Ленка, последний раз! Проездом из села Шишиги Монте-Карло перед вами выступают популярнейшие куплетисты Гарри Сольди, Билли Мольди. Граф Толстой неоднократно утверждал, что вся наша жизнь — это прямая железная дорога. А у окна стоял мой чемоданчик. А у окна стоял мой чемоданчик. А у окна стоял, а у окна стоял, а у окна стоял мой чемоданчик. А у окна стоял, а у окна стоял, а у окна стоял мой чемоданчик. А ну-ка убери свой чемоданчик. А ну-ка убери свой чемоданчик. А ну-ка убери, а ну-ка убери, а ну-ка убери свой чемоданчик. А ну-ка убери, а ну-ка убери, а ну-ка убери свой чемоданчик. А я не уберу свой чемоданчик. А я не уберу свой чемоданчик. А я не уберу, а я не уберу, а я не уберу свой чемоданчик. А я не уберу, а я не уберу, а я не уберу свой чемоданчик. Граждане Одессы, многоуважаемая публика, судите, кто сколько может скромным труженикам массовой культуры. Товарищ, спасибо, спасибо. Премного благодарен. Напрасно, мадам. Спасибо. Пожалуйста, сам пошел. Играй как следует, фраера, то наваляю. Да ладно. Друзья, спасибо. Тронут, тронут. Спасибо. О, мадам, спасибо. Ладно, хватит играть. Концерт окончен. Ну, давай. А носок? Почему носком не бьешь? Поднимай носок выше. Не поднимается у меня носок. Почему? У меня нога в двух местах сломана. Понятно. Чего? Да ничего. Зато у меня слух хороший. Слух для стописа не самое главное. Главное — чувство ритма. Кстати, давай-ка проверим тебя. Повтори. Поспешил. Вот так вот надо, вот. Слушай, у тебя с головой все в порядке? Вроде в порядке, а что? А то, что только чокнутый может захотеть научиться степу с таким чувством ритма, с поломанными ногами и такой походкой, как у тебя.